Вошед, что дозволено, если человек родился ребенок? Если у человека родился ребенок, то узаконено в этом в первую очередь дать ему имя в седьмой день его рождения и сделать акика ему. Если он был мальчик, то дала барашка. Если девочка, то одну барашку. И побрить голову ребенку тоже. И взвесить волосы это и дать, сколько весит эти волосы, дать такое количество садака серебром. Это касается только мальчика, не девочки это не касается. Некоторые считают, что и так же с девочкой тоже подобное делается. Но это в том случае, если человек может побрить ребенка и сделать это. Но если он боится, что он нанесет вред подобным образом ребенку, то он может этого не делать, может просто дать садака, чтобы дать садака размером в 50 риалов, это примерно 1000 рублей, чтобы практиковать этот хадис.